крайней мере, состоялась первая часть конкурса. Кандидатов было трое. Сегодня два кандидата. Заместитель главы города Козик и Петенков Игорь Петрович прошли следующий тур. Набрали больше всего баллов по нашей программе. И следующий тур будет заканчиваться 22 числа, 22 июня. Уже сессия городского совета утвердит окончательно. Игорь Петрович, расскажите о своей программе развития Чуйска. За небольшой промежуток времени, который у меня был, я объезжал и смотрел в целом населенный пункт города Ачинска. Город мне понравился. Единственное, что есть вопросы, которые жители и депутаты городского совета сегодня обозначают, которые волнуют жителей города Ачинска. Это, конечно, дороги, это, конечно, экология, это благоустройство. Необходимо более жестче вопросы ставить перед теми структурами, подразделениями, которые следят за чистотой в городе. Конечно, меня тоже очень сильно как бы удивило, что мало мест новой застройки выделено в соответствии с генеральным планом, которым города Ачинска, который был утвержден в 2013 году, нету перспективы жилой застройки. Жилья строится мало для разных категорий групп. Также есть вопросы, касаются проблемные вопросы, это образование и медицина. Для молодых специалистов необходимо решать вопросы, чтобы они становились ачинцами и здесь могли работать и также оказывать помощь именно горожанам. Здесь нужно работать над отдельной программой, которую мы сейчас уже в принципе думаем, чтобы дальше ее продолжить и более углубленно заниматься ею, чтобы можно было именно молодежь, которая после окончания высших учебных заведений все-таки оставались в городе и работали. А сегодня мы знаем, что это проблема номер один. Скажите, пожалуйста, в настоящий момент вы еще трудитесь в ГУФСе? Нет, я в апреле стал пенсионером, я полковник. Открыто для СМИ будете? Спасибо. Ну, я думаю, нет. Ну, зря так говорить. Я буду открытый по мере того, что, значит, я не собираюсь прятаться.